Привет, друзья! Мы в гостях у волшебницы Китти, и сегодня мы круто повеселимся. Посмотрите на наш внешний вид, и вы сразу поймете, какой конкурс нам сегодня предстоит. Ну что, за успех и за веселье! Ну что, если вы не поняли, цель игры заключается в том, чтобы ручкой, которая будет висеть на нашей шапке, попасть в бутылку. Кто быстрее это сделает, тот и выиграет. На старт, внимание, марш! Это победа. Безоговорочная победа. Дядя Вова победил. Поздравь меня. И что, теперь от меня желание. Ну, ты должна сделать пародию на курицу. Ты должна показать курицу. Сможешь? Смогу. Ну, давай. Прищепка. Давай прищепку сюда. Кока-яку! Так это петух. А как курица ходит? Куда? А как она делает крыльями? Это ворона какая-то. Она что так делает крылья? Она что так делает крылья? Она не всегда бегает, она еще яйца несет. А ну, курица яйцо снесла. Где яйцо? Дай дядь. Дай дяде Вове яйцо. Ой, спасибо за яйцо. Следующий конкурс у нас, наверное, будет с яйцами тоже. Все. Хорошая курица получилась, очень активная. Я думаю, мы вас немного развеселили, рассмешили. Ждем вас на нашем канале. Ждите новые выпуски, будут новые веселые игры. Всем пока, 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 пока.